Почему мы себя обманываем? Почему мы себя обманываем? Самообман – это вообще очень крутая штука для того, чтобы сохранить психику. Психика так устроена, что человек не хочет помнить что-то плохое, что с ним произошло. Человек не хочет осознавать, что чаще всего что-то хорошее с ним тоже не произошло по его же собственной вине. Например, мы врем родителям или друзьям, что вот препод хреновый, такой ужасный, прочее, меня завалил на экзамене. Да нет, зараза! Ты пропустил половину пар, не готовился к семинарам и пришел на зачет, думая, что это как фанфаронство. Влетишь и скажешь: «Здравствуйте, Марья Ивановна!» Марья Ивановна говорит: «Пошел вон, и ставь тебе не зачет». Понимаете, к чему я? Потому что мы чаще всего прячем свои недоработки, свою невнимательность. Есть очень много людей, которые вообще сказочники, которые свистят о том, что с ними происходило и что с ними было, а с ними это никогда не происходило. Короче, самообман – это веселая уловка. Мне так кажется. Продолжаю. Дорогие друзья, самообман – это прямая дорожка к тому, чтобы себя уничтожать. Ты живешь в мечтах. Ну, окей, это не в мечтах, неправильно. Мечты – это хорошо. Ты живешь в грезах о том, что с тобой произойдет что-то прекрасное, замечательное. И вот-вот-вот-вот у тебя случится рукопожатие с президентом такой-то страны. Потом вы с Клаудио и Шифер и с Моникой Белуччи встретитесь на яхте где-нибудь в Монако, обсуждая проблемы производства шпингалетов где-нибудь в Нижневартовске. Грезы – это замечательно, но должна быть какая-то реальная история. Для того, чтобы эта история сбывалась, нужно все, о чем вы мечтаете, прорабатывать в виде планирования, целеполагания. И исполнять этап за этапом, шаг за шагом, шажочек за шажочком, приходить к реальному успеху. Но нужно что-то делать. Делать, господа. Иначе вы так и станете диванным критиком. И сборная по футболу и без вас будет выигрывать или проигрывать. А вы будете просто сторонним наблюдателем. Вот такое же отношение, как к сборной по футболу, когда мы орем и почему нет? Вот такое же отношение считайте, что вы диванный критик по отношению к самому себя, когда вы занимаетесь самообманом. Вы успокаиваете себя, а не мотивируете к тому, чтобы поднять свою пятую точку и решать ситуацию. Понимаете? Так что поднимаем пятые точки и решаем. За вас этого никто не сделает. Никто.